Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос. Вопрос касается, дружбы, вот, и ссоры с подругой. Автором вопрос. И последующие, перипетии современных отношений, которые не имеют возможности завершиться естественным образом, вот, потому что есть возможность как-то следить друг за другом, да, и так далее. Вот. Смотрите, я думаю, что, во-первых, я не буду, перечитывать ваш текст, вот, потому что мне кажется, там есть некоторая информация, такая конфиденциальная, вот, немножко. Я думаю, что вы не до конца пережили ссору с подругой. Вот, я думаю, что вы не до конца отпустили свою подругу. Вот, я думаю, что, возможно, вы не высказали ей всего того, что, всего того, что вам бы хотелось. И я думаю, что у вас еще как-то вот, что называется, болит немножко. Я думаю, что вот задача заключается в том, чтобы завершить это, завершить отношения с подругой, да, то есть прожить все те чувства, вот, пускай они, эти чувства, не совсем приятными могут быть, да, но вот, мне кажется, что задача ваша заключается именно в этом. Вот. Прожить то, что осталось. Вот. Далее заметить то, какие у вас чувства к подруге сейчас. То есть, хотите ли вы для нее что-то или нет? Чувствуете ли вы к ней вообще что-то, или у вас только обида на нее, да, осталась? Или вот вы например, понимаете, что человек вам сейчас чужой, да, то есть вы понимаете, что ничего вас больше не связывает, и что вот в результате этой ссоры, да, и последующих действий ничего общего у вас с ней быть не может, да, вот, то есть это вот то, что как мне кажется, вам нужно сделать. Вот. И, соответственно, дальше уже исходить именно из этих моментов. Вот. Что я хочу для нее, да, и чего я не хочу, например, для нее, допустим, вот. И вот уже как-то от этих вещей, да, отталкиваться и смотреть. Понятно, что мы не будем
Габат. Кто вам, ну там, кто смотрит, да, то есть, кто именно. Я думаю, что и вам гадать не стоит, потому что вы начинаете уже в таком случае жить жизнью ну, другого человека. Вот. На мой взгляд. И когда пытаетесь ну, понять, ну, кого-то, да? Уж вот. Неплохо было бы увидеть то, какое значение для вас имеет. Значит, ну, кто это пишет, ап, или кто там проявляет активность. И в первую очередь, вот, наверное, признаться себе о том, что еще больно. Вот. Вполне возможно, вы этого не, не говорили, вот, вы об этом не писали, но вполне возможно, что вы испытываете чувство вины перед подругой, перед мамой, вот, ее за вот свои действия. Я думаю, что вот, очень важно понимать некую такую механику такого общения, что человек, находящийся в положении, как у вашей подруги, ну, к сожалению, может скатываться в зависть, да, может чувствовать себя неполноценным еще больше, несмотря на то, что казалось бы, вот вы же ну, общаетесь, да, вы вместе и так далее. Вот. Но вот очень часто бывает так, что чувство неполноценности, да, вот, становится, ну вот, довольно сильным, вот, и человек просто не знает, вот, что ему с этим делать. И вот появляются, значит, вот такие процессы. Поэтому вот хочется сказать, да, что если у вас имеется чувство вины, то это злость на подругу, которая вызвана появлением у нее либо страха вас потерять, да, вот, либо, собственно, завистью, вот, ну, к сожалению, вот это почти всегда вызывает злость подобное, ну, подобные изменения, да, почти всегда вызывает злость. Вот, соответственно, злость, опять же, нужно признать, это не совсем злость на то, что сделал подруга, а это именно вот злость такая, она немножечко более глубокая, да, и немножко более лично ваша. Не связанная с ссорой, да.
с конфликтом каким-то вашим с подругой и так далее. Вот. Поэтому я предлагаю не заниматься гаданием, да, а предлагаю все-таки вот разобраться в себе, да, вот, и посмотреть, что эта ситуация для меня значит, и чего я сейчас хочу, да, пытаясь выяснить, значит, там, кто проявляет активность, подруга или мать подруги, вот, почему это для меня важно, вот, с чем это для меня важно. Этот момент, мне кажется, наиболее эффективным. Вот. Еще, конечно, интересно, вот, интересно ваша мотивация, да, ну, взаимодействовать с этим человеком. Вот. То есть, что это, ну, то есть, что это была за мотивация. То есть, правда ли, что человек вам на самом деле понравился, и правда ли, что вам без нее, да, стало хуже, и так далее. То есть вот эти вещи тоже нужно поисследовать, вот. Как мне кажется. Опять же, вы, что получится на выходе, это больше знания о самой себе. Вот. Ну, на этом все. Пока что. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Всего самого доброго, удачи, обращайтесь.